спортсмен, коллекционер и один из лучших работников Магнитогорского металлургического комбината. Исполняющий обязанности старшего мастера стана 2000 листопрокатного цеха номер 10 Денис Чевтаев стал победителем традиционных профсоревнований. О своем трудовом пути и о желании расти в профессиональном плане он рассказал нашей съемочной группе. Протяженность стана 2000 горячей прокатки составляет порядка 800 метров. Исполняющему обязанности старшего мастера Денису Чевтаеву обходить его приходится по нескольку раз в день. Ежесменно он преодолевает по 25 километров и не просто следует из пункта А в пункт Б, а следит за технологическим процессом, отмечает недоработки, решает производственные задачи. Следим за технологией производства рулонного проката, также следим за качеством выпускаемой продукции. Плановое производство по суткам составляет 14 500 тонн. Среди основных обязанностей Дениса Евгеньевича – организация производственного цикла, раздача сменных заданий и контроль за качеством их выполнения. Он отвечает и за охрану труда на производстве. Исполняет обязанности мастера Денис Чевтаев с 2012 года. А вообще на комбинат пришел в 2007 после получения диплома о высшем образовании. Наверное, это дань родственным связям. У меня все родственники, и бабушка, и дедушка, и дяди, и тети, и родители работали на комбинате. Продолжение традиций семейных. Еще больше укрепился в своем желании работать на градообразующем предприятии Денис Евгеньевич в студенческие годы. Если вспоминать учебу в университете, в 2003 году были на производственной практике ознакомительные, как раз оказался в распрокатном цехе номер 10. Было очень интересно, как такая большая махина вообще просто и ни людей, никого, производится управление технологическим процессом. Было интересно. И так волей судеб буквально через 4 года сам оказался в этом цехе. Денис Чевтаев считает, в его профессии необходимо быть немного психологом. Работа с людьми предполагает умение находить общий язык с каждым. Да, коллектив очень интересный. Да, достаточно сейчас идет ставка именно на обмоложение коллектива. Каждому надо иметь свой подход. С многими надо больше общаться, а другие понимают с полуслова. Лучшим по профессии Денис Чевтаев признавался еще в начале трудового пути, будучи оператором моталок. Теперь стал победителем среди мастеров. Говорит, приятно, когда твой труд высоко ценят коллеги и руководители. С Денисом Евгеньевичем достаточно давно работаем. Здесь я в цехе больше 10 лет. Зарекомендовал себя как грамотный специалист. Ответственно относится к выполнению своих должностных обязанностей. Вне работы замечательный компаньон. Ну, вообще хороший человек. Среди плотного рабочего графика остается у Дениса Евгеньевича время на увлечение. Он обожает спорт, даже получил золотой значок ГТО. Еще одно хобби – нумизматика. Монеты он собирает с детства. Очень много монет. Честно говоря, по количеству даже не скажу. Легче, наверное, посчитать килограммами. В любом деле Денис Чевтаев предпочитает быть максималистом в работе в первую очередь. Да и можно ли иначе на таком производстве? Стан 2000 горячей прокатки – это один из самых мощных и современных станов в России. Его оборудование позволяет прокатывать все существующие на сегодня марки стали. Работать на благо производства, налаживая новые технологии и развиваться параллельно самому – это одни из основных планов специалиста на ближайшее будущее. Продолжать проявлять себя дальше на промплощадке по УМК. Евгения Салахутдинова, Олег Карпенко, телекомпания ТВН.